Выборы акимов сельских округов состоятся 25 июля. Одно из главных требований – честность и прозрачность данного процесса. Председатель территориальной избирательной комиссии по Семейскому региону Зейнулла Тукаев рассказал нашему корреспонденту о проводимых работах. Кандидаты в акимы городов районного значения, сел и поселков, также сельских округов проводят предвыборную агитационную работу, что позволяет им напрямую взаимодействовать с избирателями. Кандидаты в акимы каждого сельского округа будут выбраны посредством голосования. Это свидетельство того, что наша независимая страна является светским и демократичным государством. На сегодняшний день проводится прием документов кандидатов и их активная агитационная работа. Выборы акимов сел демонстрируют демократию нашей страны, поэтому был создан Национальный совет при президенте Касым-Жомарте Токаеве, где представители каждой партии, каждой общественной организации и предложили внести такие изменения. Выборы акимов сельских округов, которые стали одним из важных событий этого лета, проходят в каждом селе в соответствии с требованиями. Голосование состоится 25 июля. По словам членов избирательной комиссии, главное требование предвыборной программы, поставленной перед самовыдвиженцем, находится на государственной службе или в руководящей должности в частном предприятии не менее 2 лет. Нашу работу контролирует областная избирательная комиссия. Есть представители партии, которые принимают участие в выборах. У кандидатов есть доверенные лица. Все они будут участвовать в качестве наблюдателей. Думаю, в этом плане, касательно выборов, вопросы не должны возникнуть. Так как акимы выбирают народ, то люди, вероятно, выберут того, кому они доверяют, кто будет работать и приносить пользу. Хотим, чтобы достойный человек занял это место. Тот, кто будет с народом, будет решать проблемы веренного ему района. Кто заинтересован в развитии сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Стоит отметить, что полномочия сельских акимов не изменились. Главы каждого сельского округа избираются на 4 года. При выборах акима будут учитываться его личные качества, говорят специалисты избирательной комиссии. Талшим Шакыртхан, Махпал Маратказы, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».